Большие, сильные, надежные. Все это о наших защитниках, покорителях женских сердец, мужчинах. Сегодня они принимают поздравления. С женщинами все просто. Подарил цветы, конфеты и порядок. Все счастливы. А как порадовать представителя сильного пола и как поздравить его с Днем мужчин, узнаем у югорчан. Самый лучший на свете мужчина. Дай Бог ему здоровья. У него сегодня юбилей. Любовь, наверное. В кафе, может, сходим, покушаем. Наверное, своих близких мужчин я тоже поздравлю и скажу им, выражу свою любовь, свои чувства, потому что мужчина – это опора в жизни человека. И люди, которые знают, что за их спинами, особенно женщины, девушки, мамы, есть сильные мужчины – это здорово. Здоровья и выдержки побольше. Наверное, скорее всего, это нужно накрыть стол. Убраться, привести себя в порядок. Ну и, конечно же, какой-нибудь подарочек. Маленький, скромненький, но приятно будет.